Всем привет, с вами Валера Высокова. Сегодня у нас будет видео техника к телефону, планшету. Но планшет я не покажу, так как я на него снимаю. Первое, что я буду вам показывать, это чехлы для моего телефона. Первый чехол. Так, я его сейчас сниму или не сниму, я даже не знаю. Ладно, я его сниму. Есть некоторые чехлы, которые плотно садятся. Вот этот, он не сильно плотно садится, но вот такой чехольчик. Кстати, я только что заметила, что здесь вот такое золотистое. Так, смотрите, какой он красивенький тут. Мне без чехла очень сильно нравится. Ой, блин, я даже про селфи-палку просто забыла. Так, раз уже пошла о ней речь, хоть мы и говорили о чехлах, вернемся к ней. Такая у меня конеровская селфи-палочка. Такая вот довольно длинная. Я ориентируюсь, я ее раздвигаю, что здесь 5 было частей. Раз, два, все, все. Такая вот селфи-палочка. Довольно-таки хорошая. Так, дальше. Давайте опять вернемся к чехлам. Дальше. Вот такой вот силиконовый чехольчик. Здесь такие вот розы. Нет, это не розы, я не знаю, что это за цветы. Такие цветочки, в общем, можно так сказать. И дальше. Чехол, который мне больше всех нравится. Вот такой Lamborghini. Здесь вот такие вот, как бы, вот такие вот стрелочки. Или что это? Галочки. И здесь черные такие вставки. Или как это еще назвать? Они, кстати, тоже кожаные, кажется. Что не пластиковые, вот освещение. Да. И здесь вот такой вот значок Lamborghini. Так, дальше. Вы его, наверное, уже знаете из... Как мы открывали покупки с магазина Джум. Вот такой вот у нас стил. Вот вспомнила. Здесь вот такая вот... железный. Выглядит вроде бы как железный такой наконечник, и сама она как пёрышко чёрное. И последний у нас наушнички. Блин, они запутались вдвоём. Первые сейчас. Ну блин, а. Я их вам показывать или чё? Вернусь к вам, наверное, через полчаса. Так, наконец-то я их уже распутала. Такие синие наушнички у меня. Ну, наверное, вам больше не интересно про них ничего. Так, ладно. И еще вот такие вот, какой они там фирмы? Ритмикс. Ритмикс фирмы. Они у меня уже дальнейшими. Сейчас посчитаю. Я даже не знаю, они еще с какого года. Да, я, наверное, уже года 3, как и планшету моему. Вот такие простые черные наушнички. Вот так. Всем пока, с вами была Валерия Брызгова. Всем пока!